Всем привет, вы находитесь на канале Zeta Group Studio, меня зовут Дмитрий, и у нас снова еженедельная рубрика «Скидки в Black Lion Trading Company». И, наверное, одна из основных скидок, да, это Back Slot Expansion, 20% скидка. Так, у него цена 400 алмазов, сейчас можно приобрести за 320. Давайте прочитаем описание. Добавляет один экстра слот для вашего персонажа. Всего можно добавить 7 дополнительных слотов для сумок. Вот у нас находится вот здесь. Нажимаем, цена 320. И сюда мы можем потом добавить сумку. То есть очень классная вещь. Если вам не хватает места в инвентаре, то сейчас самое время его немножечко расширить. Дальше смотрим. Характер слот expansion. Это для дополнительных персонажей. Тоже если у кого-то есть цели, да, какие-то планы сделать твинов, либо что-то еще там собрать, например, все профессии. Также добавили Quit Woods Chair, новинка. Это у нас новелти. Ну, видимо, какой-то, может, тут персонаж будет или лежать как-то, или что-то такое. Ну, то, что наподобие тронов, да, и все к этой категории относится. Сделали нам скидку в 100 алмазов для такого вот плаща. Далее. Ghoul Backpack and Mini Set. Вот такая вот мумия, да? На спине. Геральт бэкпэк с логотипом вашей гильдии. Давайте еще посмотрим, какие плащи. Вот такой вот Shatter Spark Cape. Celestial Ministry Cape. Опять бэкпэк. Это снова плащ. Бэкпэк в виде крыльев бабочки. Такой вот плащик. То есть сейчас у нас скидки на бэкпэке, да, крылья бабочки, вот такие плащи, вот такие, то есть на любой вкус. Что вам больше нравится? Forest Archer Pack. Какой-то лесной лучник. Такой вот. То есть вы покупаете не сам бэкпэк как предмет, а вот чисто внешний вид. Ну и краткий вывод. Самое время закупиться бэкслот экспеншенами и расширить ваш инвентарь. Если вы планируете дополнительных персонажей, и у вас хватает средств, то еще можно приобрести Hunter Slot Expansion. А также в эту пятницу будут добавлены скидки на оружие. 20% скидки на Dreamwalker Staff посох, кинжал, длинный лук, меч одноручный, ритуалист Staff скин, Night Speaker двуручный меч, ну и другие виды оружия. Не пропустите. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.